чате. У нас сегодня вебинар касаемый инструмента получения дохода, создания, точнее, дохода, да, инструмента, который позволяет зарабатывать каждому, кто прилагает простые усилия, в принципе, по, скажем так, такие усилия, которые может делать абсолютно любой человек. И если честно, то в своей жизни я видел людей, у которых существует огромное количество причин, почему этот бизнес у них может не получиться. Ну, потому что, скажем так, у них отсутствует то, при помощи чего мы этот бизнес строим. Да, вот если вы обладаете возможностью разговаривать и слышать, например, да, то у вас уже есть много, что может сделать вас успешным. Я видел большое количество людей, у которых этой возможности нет, к сожалению, да, то есть они обладают, точнее, не обладают слухом, они не могут разговаривать. Но это не является причиной, почему они не делают данный бизнес, подобный бизнес, да, похожий бизнес. И не знаю, сталкивались ли вы в своей жизни с такой ситуацией или нет, когда эти люди присутствуют в зале, например, да, и проходит какое-то мероприятие, и сидит сурдопереводчик в углу сцены и показывает знаками, о чем идет речь, да, и эти люди, скажем так, успешно впитывают информацию, а потом, не обладая возможностью донесения этой информации в обычном формате голосом, да, и слыша, что он отвечает, тем не менее они становятся даже успешными, и даже очень успешными. То есть целый ряд людей были намного, скажем так, успешнее в бизнесе под названием MLM, да, потому что у нас элемент этого бизнеса есть, вот, чем большинство людей, сидящих в зале. Если вы способны говорить, если вы способны воспринимать информацию, да, в обычном формате, разобраться в том, что предлагает компания Skyway Capital каждому своему партнеру, то у вас уже, скажем так, огромная фора по сравнению с этими людьми. Вот, то есть вы можете у нас стать успешными. Да? Наш проект интересен тем, что помимо всего прочего, да, помимо того, что, скажем так, есть многоуровневая система распределения денежных средств, да, то есть вы помогаете компании привлекать инвестиции, которые идут на финансирование строительства экотехнопарка, идут на оплату работ, которые нам необходимо выполнить на каждом этапе развития группы компании Skyway с целью демонстрации возможности транспорта, и таковая уже одна произошла, да, сертификация его и выхода на международный рынок транспорта и международный рынок инвестиций с теми пакетами долей компании, которые вы сегодня приобретаете. Чем же наш проект уникален? Ну, первое, да, то, что в мире, скажем так, MLM, в мире партнерских программ, есть компания, выводящая на мировой рынок тяжелую технологию, промышленную технологию, да, которая, скажем так, очень емкая в плане того, что не просто продукция, которая производится, ну, разного размера, небольшого. Я, кстати, ни в коем случае не хочу принизить, да, значение продукции, которая распространяется посредством многоуровневых программ в огромном количестве компаний. В большинстве своем, да, это хорошая продукция. Вот. Она, скажем так, реально существующая, как многие люди говорят. И почему иногда сложно общаться с людьми из мира MLM, ведущими сетевиками там в своих регионах и так далее, потому что, к сожалению или к счастью, я не знаю, они привыкли работать с тем, что вот им дали в руки. Но как раз таки одно из наших отличий от большинства компаний, работающих на рынке MLM, то, что наш продукт, да, появится вот-вот в ближайшее время. То есть мы будем выводить именно технологию. И сегодня есть возможность, не дожидаясь создания данного продукта, уже, скажем так, окончательного его оформления, стать совладельцами компании. Практически ни одна MLM-компания вам не предоставляет возможности на раннем этапе, когда она еще не работает ни на каком рынке, стать ее совладельцами за незначительную сумму и в дальнейшем получать доход от большого количества стран, например, в которых будет в дальнейшем распространяться либо услуга этой компании, либо продукция. А у нас такая возможность есть. Большинство компаний MLM вам эту возможность предоставляют только тогда, когда вы стали ее партнером, после того, как они пришли работать на ваш рынок. У них есть руководство компании, у них есть акционеры, которые, скажем так, основные владеют данной компанией. Есть линейка продукции либо услуг. И только тогда, когда вы станете потребителем данных, скажем так, товаров либо услуг этой компании, вам будет предоставлена возможность начать создавать партнерскую сеть и, добившись очень высоких результатов, достигнув максимальной квалификации по их маркетинг-плану, вам, возможно, сделают предложение стать совладельцами компании. А может быть, на каких-то условиях просто продадут небольшое количество акций этой компании, если она успешна, если она устоявшаяся на рынке, если она, скажем так, акция этой компании котируется. Вот путь, который происходит в обычном MLM бизнесе. У нас все немножко по-другому. Вы становитесь совладельцами компании еще до того, как она вышла на мировой рынок со своими услугами. Да? У нас услуга транспортная. Услуга, которая охватывает более 90% людей, проживающих на территории земного шара. То в большей и меньшей степени пользуются транспортом. И транспорт сегодня очень важен для людей. Да? Кто-то пользуется, конечно, им чаще, кто-то реже, но тем не менее всем надо передвигаться.
Тем, кто работает, утром просыпаются, садятся в один, два, три, некоторые в четыре вида транспортных средств, потому что до работы нужно добираться очень долго. Едут на работу, и потом обратно такой же трафик. Вот чтобы всего этого не происходило, чтобы добираться до работы было комфортно, да, быстро, за незначительные деньги, да, точнее, за значительно меньшие деньги, если так сказать. Там слово «незначительные деньги» оно как-то размыто. Вот мы и работаем сегодня с вами. И у каждого из вас есть сейчас прекрасный инструмент, который, первое, позволяет вам создать собственный бизнес и зарабатывать приличные деньги, большие деньги, громадные деньги до выхода группы компании Skyway на мировой рынок транспорта и на рынок инвестиций. Да? И второе, что очень важно, благодаря данному маркетинг-плану, о котором мы обычно говорим на партнерских программах, на вебинарах по партнерской программе, вы данную возможность пока еще можете предоставить огромному количеству людей, которые вас окружают. Это могут быть родные и близкие, это могут быть друзья, знакомые, соседи по лестничной клетке. Это могут быть ваши одноклассники, однокашники, сотрудники на работе, на которой вы можете работать сейчас, да? Коллеги по бизнесу, партнеры по бизнесу, если вы занимаетесь каким-то бизнесом, и много кто еще. То есть огромное количество людей, существующих и живущих вокруг вас, часто задаются вопросом, да, как бы им иметь немного больше денег, либо намного больше денег, для того, чтобы решить те вопросы, которые у них в жизни возникают. Не выучить все, скажем так, тонкости новой транспортной технологии, да, не понять, скажем так, все способы инвестирования на сегодняшний день на крупных международно-биржевых площадках за короткий промежуток времени, как некоторые думают, что нужно давать информацию об инвестициях, о технологии, да, о транспорте там, или о чем-то еще. А именно предложить им возможность что-то улучшить в их жизни. И это что-то вы можете узнать, просто пообщавшись с человеком, даже не рассказывая ему сначала о Юницком, о его технологии, о нашем маркетинг-плане, о возможности стать совладельцами технологии в будущем, получать дивиденды с огромного количества адресных проектов и так далее. Для того, чтобы это понять, что человеку предложить, у вас есть все. У вас есть вы, ваши честные глаза, открытые горящие сердца, да, и есть люди, которые вас окружают. Возможно, вы их даже сильно любите. Вот, они любят вас. Вам не нужно никому ничего доказывать, вам не нужно биться, скажем так, головой об стену, вам не нужно брызгать слюной, скажем так, и ходить с глазами, как тарелки, да, вот такого размера, кому-то объясняя, как здорово, что вы узнали недавно, да, о технологии Юницкой, и вы теперь, скажем так, будете счастливы еще лет 300, потому что вы сможете даже купить себе здоровье, да, за эти деньги, которые заработаете. Вам просто нужно слушать. Вокруг вас есть большое количество людей, да, много способов есть, есть много гуру, которые вас учат тому, как строить бизнес, как его развивать в интернете, как сделать самую привлекательную страницу в интернете, на которую как мухи слетятся люди, которые вообще в интернете есть со всех стран, да, и они у вас на следующий день все подпишутся. То есть таких вариантов немерено. Но как показывает практика и статистика, ну 90 где-то процентов успешных людей в мире MLM предлагали данные возможности, которые они использовали, тем людям, которых они знают. Они разбрасывали, не цеплялись на улице к тем, кого они не знают, не боясь, что, скажем так, если незнакомый человек, которому я, скажем так, что-то совру, либо скажу не то, да, то он же незнакомый человек. А со знакомым ему, типа, надо аккуратно. Да надо со всеми аккуратно, честно и открыто. Если вы будете использовать в своей работе именно эти принципы, да, что вы предоставляете людям возможность, прекрасную возможность добиться большего в жизни, чем у них есть сегодня, есть важный акцент. Тому, кто действительно этого хочет. Тому, кто действительно ищет способ, да, что-то решить в своей жизни. Тогда у вас все сложится. Потому что бесполезно, скажем так, делать что-то за того, да, кому вы хотите добра и считаете, что вот ему это точно нужно. А он сам считает по-другому. Да? Вот. Он сам считает, что он может тратить время, например, на игры на компьютере, вот, по дороге на работу, дома там, и так далее, а вы за него там пытаетесь решить вопросы финансирования его семейного бюджета с помощью того, что вот решили его зарегистрировать без его ведома, да, купить ему пакет долей компании. А потом при удобном случае сказать, слушай, я тебя там хотел озолотить, и ты можешь еще зарабатывать денег, если будешь кому-то это рекомендовать. В большинстве случаев люди этого делать не будут. Потому что первое, вы решили за них, у них может сработать просто механизм, как бы так, самозащиты, и они считают себя выше, да? Как-то так, без меня меня женили, есть такое выражение. А есть те, которые просто лень это делать. И вы никогда не сделаете человека счастливее, чем он хочет того сам. Вы никогда не угадаете мысли этого человека, ну, конечно же, если вы не обладаете способностями экстрасенса, оракула, если у вас нет дома хрустального шара, который вы можете смотреть, да,
блюдечко, по которому бегает яблочко, рисует, что там в голове у человека и так далее. То есть единственное, что вы можете узнать, поговорив с человеком и видя его глаза, потому что есть еще слова и глаза, да, то есть слова – это зеркало души, если вы слышали такое выражение. То есть все, что человек говорит порой, это сидит внутри него. Вот. И когда вы с ним общаетесь, если вы открыт, и он открыт, и вы ему даете информацию открыто и просто, вы знаете, он, возможно, легко впитает, да, и задаст вам вопрос. Но если вы, скажем так, с камнем за душой в плане того, что вот сейчас я ему расскажу, сколько же он, насколько же он купит, да, возьмет он пакет за 15 долларов или за 60, или сразу же рассрочку возьмет за 50 долларов и так далее. Вот этих мыслей, в принципе, поначалу быть не должно. Если вы человеку открытый, с доброй душой, с открытым сердцем, как я говорю, с горящими глазами, но в хорошем смысле этого слова, да, не излучающими, скажем так, электрический разряд, что вы идете, вот у вас такие шары, и вы там всем говорите, вау, если вы к Юницкому не придете, значит завтра умрете. То есть так тоже делать не нужно. Небольшое, может, отступление в начале, но, тем не менее, действительно, инструмент, который у нас есть, он замечательный. Мало того, вы знаете, компания Skyway Capital, группа компании Skyway часто, скажем, делают различные акции и прочее. Я думаю, в этом году мы, наверное, в сторону никуда не уйдем, скоро Новый год, и, возможно, что-то такое будет предложено, чем вы можете воспользоваться. Это будут дополнительные какие-то блага наверняка. Да, могут быть какие-то подарочные там разные варианты. Те, кто помнит прошлый год, позапрошлый год, вот в прошлом году у нас была открыта рассрочка, был хороший дисконт 600. Те, кто помнит позапрошлый год, если есть такие люди, да, были новогодние пакеты, которые стоили не очень дорого и имели хороший уровень доходности. Что будет в этом году, посмотрим. Наверняка что-то, наверное, родится и что-то будет. Поэтому у вас будет шанс перед Новым годом проделать какие-то шаги, те же самые, которые вы делаете каждый день, но за это, возможно, получить немного больше, чем в обычные дни. Не в предпраздничность. Итак, коллеги, чтобы разобраться и понять, что из себя представляет инструмент получения дохода сегодня при использовании маркетинг-плана нашей компании, в принципе, достаточно посмотреть ролик, который занимает 7 с небольшим минут. И по большому счету, если есть те люди, которые, увидев ролик и не поняв какие-то моменты, можно задать вопрос. Вот. Поэтому я вам предлагаю сейчас этот ролик посмотреть. Кстати, вы его можете использовать, найдя на сайте Skyway Capital, найдя, скажем так, на нашем YouTube, скачать себе на компьютер, на планшет, на ваш смартфон и, общаясь с людьми, если, скажем так, вы действительно попали к заинтересованным людям, которые говорят, да, я бы хотел узнать, как зарабатываются деньги сегодня, просто можете показать этот ролик. Не самому рисовать кружки, ручку покупать не надо, бумагу покупать не надо, да, почерк у нас у всех разный, у кого-то корявый, то есть люди что-то могут не досмотреть. А ролик включили, и он за вас 7 минут поработал. Вот. И фактически сэкономил вам огромное количество времени, потому что я видел, иногда люди объясняют простой маркетинг-план, час, два, три, да, потому что что-то где-то недорисовали, что-то где-то забыли. А этот ролик может быть отличным инструментом. Поэтому я предлагаю его сейчас посмотреть, да, найти на наших ресурсах, у кого еще его нет, скачать и использовать как инструмент для работы, если вы планируете активно развивать бизнес по партнерской программе. Я ненадолго вас оставляю с роликом, а потом ответим. Партнерская программа компании Skyway Capital представлена согласно 8-му этапу развития. Квалификации партнерской программы. Клиент, партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт. Клиент. Любой человек, который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете, является клиентом. Клиент может изучать информацию, которая расположена в личном кабинете, задавать вопросы технической поддержки. Партнер. После подписания партнерского соглашения клиент получает статус «партнер». Партнер может рассчитывать на следующие вознаграждения от суммы инвестиций в своей команде. С 4 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 4%, с 3-го 2%, с 4-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Консультант. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 100 долларов. В первом поколении есть минимум 2 человека с объемом личных инвестиций не менее 100 долларов. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 300 долларов. Консультант может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 5 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 5%, с 3-го 3%, с 4-го 2%, с 5-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 200 долларов. В первом поколении есть минимум 3 человека с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 2000 долларов.
лидер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 6 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 3%, с 5-го 2%, с 6-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 15% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Мастер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $1000. В первом поколении есть минимум 3 лидера с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $5000. Мастер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 9 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 4%, с 5-го 3%, с 6-го 1%, с 7-го по 9-й 0,5%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 30% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $5000. В структуре есть 3 мастера, 2 из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении не менее, с учетом личных инвестиций, $10000. Эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 20 уровня. С 1-го 16%. Со 2-го 7%. С 3-го 5%. С 4-го 4%. С 5-го 3%. С 6-го 1%. С 7-го по 9-й 0,5%. С 10-го по 20-й 0,2%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 40% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее $10000. В структуре есть 3 эксперта. Все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $30000. Топ-эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 24 уровня. С 1-го 17%. Со 2-го 7%. С 3-го 5%. С 4-го 4%. С 5-го 3%. С 6-го 1%. С 7-го по 9-й 0,5%. С 10-го по 20-й 0,2%. С 21-го по 24-й 0,1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 50% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Дополнительный бонус за личные продажи в первом поколении. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За 5-й пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих 4 пакетов. За купленные с 6 по 9 пакеты в первом поколении начисляется по 16%. Начиная с 10 пакета начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости 9 пакетов. За купленные с 11 по 19 пакеты в первом поколении начисляется по 17%. Начиная с 20 пакета начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости 19 пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Правила и условия партнерской программы. Маркетинг-план накопительный с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода $30 и более на бонусном счете. Условия роста квалификации.
объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода – $15. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат – до 17% от лично привлеченных инвестиций и от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по условиям в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничения по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. До начисления на акционный счет, начиная от статуса «Лидер» в качестве поощрения. Вот такой вот инструмент для получения дохода, для создания источника дохода уже сегодня, коллеги. Он очень прост. Это, наверное, главное достоинство данного маркетинг-плана, что он прост и разобраться в нем очень просто. Вот. Потому что жестко привязана выплата процентов к каждому конкретному уровню, да, который есть у вас в структуре. Все зависит от того, насколько далеко вы продвинулись по нашему маркетинг-плану. Я думаю, что по акционному счету, то есть те изменения, которые были внесены на 8-м этапе развития нашей компании, чем выше вы поднялись, начиная со структуры, точнее с квалификации лидер, да, дальше у нас идет мастер, эксперт, топ-эксперт, соответственно, тем больше процентов начисляется на акционный счет, и это те деньги, которые вы можете реализовать на приобретение пакетов долей компании, сделать ваш портфель инвестиций в нашем проекте очень значительным. К тому моменту, когда мы, скажем так, выйдем на мировой транспортный рынок и на рынок инвестиций на финансовый рынок. То есть, в принципе, чем хорош наш маркетинг-план, что помимо денег, которые вы получаете на свой бонусный счет, у вас есть еще возможность увеличивать портфель инвестиций, не вкладывая живых денег, как мы говорим. Да? Хотя для людей, которые у нас работают по партнерской программе и периодически докупают все пакеты долей компании, что происходит фактически систематически у этих людей, да, они могут воспользоваться тем предложением, которое у нас есть для бонусного счета. Вы знаете, что бонусный счет, деньги туда приходят только от создания структуры. Никаким другим образом вы их туда не запихнете. Соответственно, если вы хотите выбрать пакеты с выгодным дисконтом, начиная с $250 и до 1800, там у нас 4 пакета есть, вы можете воспользоваться только бонусным счетом. Вот такие дела. Что бы еще хотелось добавить к тому, что сказано в ролике, то, что маркетинг-план нашей компании можно отнести к маркетинг-плану мгновенных выплат. Да, это очень важно. То есть все, что делается в вашей структуре, начисляется, скажем так, товарооборот, суммируется товарооборот по маркетинг-плану, и в короткий очень промежуток времени после того, как человек оплатил, купил свой пакет, да, деньги начисляются в соответствии с маркетинг-планом вышестоящим партнером. Один акцент. Деньги сейчас зачисляются за покупки пакетов тех людей, которые верифицировались. То есть процедура верификации у нас введена с началом 8-го этапа, где-то через неделю после его начала. Любой человек, который приобрел пакет долей компании, ему нужно верифицироваться. У нас есть кнопка в личном кабинете. Это очень просто. Загрузить два документа, да, ввести данные о себе. Кто вы, что вы, где вы живете, где зарегистрированы. Вот. Какое учреждение вам выдало документ, который вы внесли. Да? Потом подложить сканы, либо скрины, еще называют. Скрины это с экрана, скан это отсканированная копия вашего паспорта, прописки. Либо документы, которые подтверждают оплату услуг по указанному вам адресу при верификации. Что вы что-то оплачиваете, какие-то коммунальные услуги, услуги связи. В общем, вы за что-то платите по тому адресу, что вы указали. И все. Как только верифицируется человек, который сделал проплату, сразу же начинают начисляться деньги вверх по структуре. Это очень важно. И еще очень важный момент. То есть, если вы планируете вывести денежные средства сейчас в нашей компании, если вам идут начисления, вот, вы не верифицированы. Там может накопиться абсолютно разная сумма свыше $30. Вывести вы ничего не сможете до тех пор, пока в вашем личном кабинете не будет стоять фраза «верифицирован аккаунт». Поэтому с верификацией не то чтобы поторопитесь, не надо сломя голову делать, но тем не менее, если у вас есть 2-3 минуты свободные, зайдите в свой личный кабинет и верифицируйтесь. Далее, что хотелось бы еще отметить, помимо того, что это маркетинг-план мгновенных выплат, то есть когда люди верифицированы, если верифицированные люди покупают пакеты, вам сразу же идут начисления. Вот. Что еще хотел бы отметить, то что квалификация по нашим пакетам
точнее, по приобретению пакетов долей компании по созданному товарообороту, если вы выполняете условия последующей квалификации, то фактически тоже через очень короткий промежуток времени, по мере сработанной программы, ее анализа, вам в тот же день присваивается следующая квалификация. Вам не нужно ждать неделю, либо месяц, как это происходит в большинстве компаний MLM. Это еще одно отличие, которое можно отнести к большому-большому плюсу. То есть все, что будет создаваться потом, вам сразу будут осуществляться выплаты по большему дисконту. Да? Ой, дисконту, по большей процентной раскладке. В большинстве компаний MLM вам бы пришлось ждать окончания отчетного месяца, после чего вам присвоилась бы квалификация, и только со следующего месяца, что бы вы делали, вы бы получали уже с увеличенной процентной ставкой. Здесь такого нет. Сразу же возьмите, получите и распишитесь. Итак, друзья, какие у вас есть вопросы? Напишите, пожалуйста, и в чате, если таковые есть. В принципе, можно спросить не только по партнерской программе, но и в целом, если есть что-то сильно вас интересующее. Так, смотрю, что появился вопрос. Сейчас, одну минутку. Не совсем. Я могу, конечно, пока потратить время перевести, да, Д в... Все, все понятно, я думаю, да, написано? Ну, хорошо. Если все понятно, то очень здорово. Да. Так, еще появилась какая-то... Так, при регистрации получает бонус 100. Смотрите, у нас сейчас в связи с введением процедуры верификации 100 подарочных акций начисляется после того, как человек верифицировался. Он даже ничего не купил, но он может проверифицироваться. Там есть кнопка. Если он верифицировался, ему начисляются эти акции. Нет, вы неправильно поняли, Ольга. А с чего у вас будут начисляться проценты, если у вас не растет структура? Просто так их не начисляют. Человек приобретает какой-либо из пакетов стоимостью, например, $100. Да, вот так вот, сугубо ровная цифра. Соответственно, с этого товарооборота будут начислены те проценты, которые положены по маркетинг-плану в соответствии с квалификацией людей, которые есть выше него. Да? С нуля вам начислится, ну да, тот же процент, но с нуля. Соответственно, это ноль. Если вы, Ольга, спросили, что если только, скажем так, регистрировать людей в первом поколении, не растет глубина, да, за любую оплату в первом поколении вы будете получать свой положенный процент. Вот и все. Если я не полностью ответил на вопрос, напишите. У меня выскакивает здесь линеечка такая, которая меня все время предлагают скачать для демонстрации роликов с YouTube, да, они у нас выложены на YouTube, то, что мы вам по ссылкам здесь показываем в комнате, да. Раньше она пропадала, когда я нажимал, а сейчас висит. Поэтому, если вы будете что-то писать, то напишите, если у вас в одну строчку поместилось, да, не сочтите за труд. Еще раз во второй строчке просто даже минус, плюс там поставьте, либо что-то еще, чтобы эта надпись протолкнулась вверх в чате. Потому что я не вижу, у меня, к сожалению, закрывается. Самая нижняя строчка нашего чата, она закрыта. Ага, Оля поняла, спасибо, это хорошо. Итак, коллеги, если в принципе вопросов больше каких-то касаемых маркетинга нет, либо чего-то еще, ну, скажу следующее. Завтра у нас там и технологические вебинары будут, да? Вот. Делаю акцент на том, что в ближайшее время у нас пройдет мероприятие под названием «Телемост». Завтра в 20:00 и сегодня вы получили рассылки все на электронные почтовые адреса, что завтра состоится «Телемост», и вы можете, скажем так, нажав кнопку «Зарегистрироваться», зарегистрироваться в Мирополисе и завтра просто зайти и посмотреть данное мероприятие. Вот таким вот образом. В Москве нас 21 декабря ждет живая презентация, где мы будем подводить итоги, наверное, всего проделанного, и также разыграем 1000 долей компании, которые мы дарим в сертификате одному из присутствующих. Поэтому, если вы сами из Москвы, либо у вас есть москвичи, подмосквичи, вы можете пригласить таких людей на это мероприятие. Да? Оно проходит у нас все время по одному и тому же адресу. Я думаю, в середине недели мы выложим новость на сайте. Предоставить возможность выиграть данный сертификат. В последнее время тенденция у нас такова, что сертификат выигрывают новые люди. Вот. Тоже очень приятно, кстати.
что пришел человек, только получил информацию на презентации, посмотрел, и вдруг раз он выиграл сертификат. Вы же понимаете, что у этого человека нет другого в голове, кроме как зарегистрироваться, да? Под тем человеком, кто его пригласил. И только после этого эти 1000 акций будут зачислены ему на счет наш подарочный, который у нас есть, на премиальный. Вот. А дальше уже человек может разобраться, даже если он поначалу к этому относился холодно, да, имея, скажем так, потенциал 1000 долей компании, есть смысл, наверное, узнать об этом еще больше. Вот такие вот дела. Итак, телемост, да, в принципе, не пропустите. Завтра опять же будет телемост, который будет подводить итоги. Вот. Проделанной работы за год, там, партнерскими структурами, компанией, технологией и так далее. Да? Ну и следи за расписанием живых презентаций и вебинаров, потому что каждый день проходит вебинар на целом ряде языков. Каждый день у нас в каком-либо городе и стране происходит живое мероприятие, куда вы тоже можете приглашать своих потенциальных партнеров. У меня на этом все, коллеги. Спасибо вам большое, то, что сегодня нашли время, были сегодня с нами. Если кому-то данная информация чем-то помогла, ну, я буду только рад. Мероприятие в Москве бесплатное. Телемост тоже бесплатный. Поэтому задача просто, как бы так, никому не в обиду не скажу, донести свое туловище, да, до гостиницы «Татьяна», в которой сегодня еще с 11 числа разместилась сборная России по хоккею, которая будет играть в турнире под названием «Кубок Первого канала», который будет проходить в Москве. Вот. В той же гостинице у нас на первом этаже в зале «Марина» проходит презентация. 19.30 по средам, вторник, среда, либо четверг, в этом месяце по средам, 21 декабря. Все, коллеги, у меня все. Хорошего вам вечера, отличного настроения, успешного создания партнерской структуры, получения дохода, скажем так, и реализации тех целей, которые есть у вас, у ваших ближайших родных близких, да, которые вам дороги, которых вы любите. Вот. Ну и, в принципе, если вы это будете делать, станете успешными, то вы подниметесь в их глазах. Станете пророком. Да, среди них, и они, я думаю, это оценят. Ну, не на 100%, не могу этого гарантировать, но тем не менее. Спасибо за внимание.